второе весло бери. Не одним, Васек. Бери второе весло. И греби на середину. Вот, молодец. Вот теперь сегодня у тебя уже получается. Все, теперь двумя одновременно веслами греби. Во, видишь, получается. Но говоришь, не умеешь. Разворачивайся вот этим веслом греби, а вот этим не греби, чтобы по течению мы плыли. Да. Правой рукой греби, а левой не греби пока, чтобы лодка разворачивалась. Во! Все, отлично. Отлично получается. Все, теперь левой подруливай. И вот так, чтобы я стоял и ловил. И течение несло. Угу. То есть, чтобы лодка ровно, подруливай. Я не хочу. Я буду подруливать, чтобы утка не плавать. Да, абсолютно точно. Именно это мне и надо. Так, от берега отгребай. Видишь, нас к берегу несет. Разворачивай лодку, Василий. Ты смотри, назад повернись, ты меня куда тянешь-то? Так, левой греби, правой не греби. Ты смотри, мы сейчас в корягу врежемся. Нет, не этим веслом, другим. Ага, все правильно. Еще греби, чтобы мы в берег не врезались. Ай, греби, Васек, а то мы сейчас... Ты что же не смотришь-то? Все, теперь не трогай весло, подожди сейчас. Так я же тебе поэтому и сказал, ты рули. На середину реки давай. Во, все правильно делаешь, все, отлично. Давай, вон к тем кустам греби. О, Василий, у нас щука! У нас щука, Василий! Смотри быстрей! Смотри! Ха-ха-ха! Мора, у нас щука! Ты видал? Мора, у нас щука! Ура! Ты видал, какая щука? Давай, доставаюсь. Так, весла, Василий, сворачивай. Сейчас будем доставать щуку. Сейчас верну. Так, инструмент. Иди-ка сюда, зубастик. Сейчас она перебесится. Сейчас достанем. Да. Ты видишь, сколько зубов? Открой ротик. Ай. Открой ротик. Ротик открой. Все. Мура! Так, давай садок, Васек. Садок? А, подожди. Давай с ней сфотографируемся. Сейчас, подожди, отцепим. Кого отцепить? Крючки. Надо только инструментом это делать. Потому что, знаешь, как может она очень сильно ударить крючками? Видала?
Держи, я тебя сфотографирую. Только ты вот так. Держи крепче, двумя руками. Держи крепко. Осторожнее, видишь, какие у него зубы. Сейчас я тебя сфотографирую. Поднимай выше. Сейчас, погодь. Повыше поднимай. Фотографирую. Еще выше. Сколько весит, Васек? Давай. Подожди. Давай я тебя сфотографирую еще. Васек, поднимай выше. Смотри на меня. Все. Давай. Да, я тоже сфотографируюсь. Подожди, Васек. Подожди, не греби пока. Подожди, успеем. Он нас относит. Так, давай садок раскрывай. Васек, дырочку вот эту вот. Вот эту? Да. Ты видишь, сколько у нее зубов? Смотри. Открою. Видел, сколько зубов? Не, да. Не лезет. А почему мы ее закрываем? Ну, потому что она может выпрыгнуть и зубами уколоть ногу. Поэтому ее... Мы вот так вот раз. И она сдохнет. Нет, она не сдохнет. Она... Почему? Мы из нее котлетку сделаем. Так, Васек, греби. Первая щука есть. Тихо, не кричи, я рыбу ловлю. Видишь, как одна... Ой! Зацепились, что ли? Блин, зацепились. Операция спасения. Отцепились. Ура! Зуб или паук? Подожди, мы здесь задержимся. Операция спасения себя. Мы идем на КЛ. Не надо, мы прям вдоль берега пойдем. Ты что, не боишься больше этого острова? Нет. Нет? У-у. Ну иди на него. Я тебя на лодке подожду.
А если ты уплывешь, ты же даже мотор завести не сможешь. Тут и щука нырнула. Кого прямо глубоко достать? Давай вот здесь вот в тенечек, греби в тенечек. Да, 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 прям в тенечек. Это будет пиратский тенек. Пиратский тенек. Это? Да, вот сюда давай. Сейчас-то? Как в гараж заезжаем. К берегу греби. А мы здесь прям остановимся и будем ловить. Ну ничего страшного. А если мы... Не крути лодку, не надо. Вот в деньги. Отлично. Ай! Чё там? Кого купаться? Корова зашла в воду. Давай подплывем. Давай. Патроны. Патроны сегодня. Давай. Она может... Она... Ой, подожди, зацепились мы. Она кусает? Не знаю. Кого не кусает? А не... Я видел быка. Под нами коряга. Прямо по нам. Прямо по курсу буренка. А? Прямо по курсу буренка. Смотрит на нас. Хочет. Давай ее сфотографируем. Подожди, Вась, не греби. Я сфотографирую буренку. Четыреста пять минут. Подожди. Все. Подплывем к ней? Давай. Я хочу дотронуться до ней. Давай. Давай ее сфотографируем. Почему ты не много? Мы подплывем со мной к тебе. Могу встретить тебя. Все.
Гаусин. Давай вот здесь в кустах засядем. Не бойся. Давай прям здесь постоим, половим. Чего ты боишься-то? Тут быть. Ай! Муха! Сколько там время, Василий? 408. Нет, ты 4 часа, минуты сколько? Да, 4 минуты. Минут сколько? 408. 48, наверное. 448? Тут не 30. Две, значит, первые это часы, а второе минуты. Первые это часы, второе минуты. То есть 4 часа, а сколько минут? 4 и 8 стоит. Ну, значит, 48. Да. Ух ты, сколько много рыбок. Васек, смотри, кого я поймал. Кого? Окунь. Окунь уже? Уа, какой колючий. Он тоже зубастый? Нет, этот, у него только колючки вот здесь вот большие, видишь? Хоп, давай сфотографируемся. А можно я его потрогать? Держи вот за эту ниточку. Только крепко держи. Почему? Я тебя сфотографирую. Повыше подними. Скажи на камеру, мы поймали окуня. Мы поймали окуня. Еще раз. Мы поймали окуня. Все, отлично. Осторожней. Держи крепко, крепко держи. Его надо вот так вот брать. Почему? Потому что у него тут очень опасные колючки на спине. И если... Его поранить. Ему очень больно. Ну что, открывай. Щука есть? Щука, наверное, еще. Какой жирный окунь. Хорош. Закрывай. Ну что, остановимся здесь, половим? Да.